Всем привет! Железная ведьма, ребят, история агента. Давайте мы начнем. Буду пока проходить без диалогов. Всего три части в ее истории. Поэтому просто давайте посмотрим, побегаем. Я ищу Грейс. Ее Грейс зовут, да, кстати. Точно. Здравствуйте. Да, они называют медведей медведями. Я теперь... Все, нормально, нормально, молодцы, наконец-то. Так, воспользуйтесь лифтом и пообщайтесь с Грейс. Какая история, ребят, на самом деле у нее? Вы можете и сами почитать. Самое интересное, что в этой игре вы можете всегда вернуться к диалогам, которые проходили в каждой миссии. Это, кстати, о, смотрите, Франкенштейн Грейс. Йоу, ребят, вот это я понимаю. Так, куда мне дальше отправляться, вниз или сразу уже в HDD? Да, в HDD меня сразу зовут. На самом деле, скорее всего, я буду пока что читать только сюжетные линии. Но ух ты, особая. 35 уровень требуется. Но я думаю, здесь ничего сложного не должно быть, потому что нам нужно собрать всего лишь 3 пакета. Все должно проходить очень просто. Так, давайте возьмем такой состав. Поддержка и бой. Акцент будем делать только пока на сюжетных заданиях. Там можно действительно почитать историю и диалоги. Ну а здесь, в таких миссиях, я думаю, что это не имеет особой роли. А тут даже можно ускорить на самом деле. Так, теперь мы опять будем встречать, видимо, эти механические машины, да? Так, я отмечу все места необходимые. Поехали. Текущий заряд 1 из 8. Мне нужно 8 штук собрать, да? А, кто-то идет сюда, кто-то приближается. А мне надо с ним сражаться или... А, поехали. Госпожа, перед вами небольшой устаревший транспортник. Один момент, мы ее должны починить, да? Увидимся. Отлично. Так, и уже две штуки, 2 из 8. Опа. Мне надо будет опять сюда идти, да, или нет? О, он не дает мне пройти, смотрите. Офигеть, вот этот хитрец, хитрец. О, что? Погоди, может в этом фишка? Короче, я не знаю, пусть сражается. К нему приближаются эфириалы, мы должны им помочь. Внимание, обнаружено множество эфирных сигналов, вероятно враги. Да ты что? Ну он там сам справится, смотрите. Заряд 4 из 8, все четко. О, жесть. Так, и здесь мы что делать? А, погодите, надо управлять им, чтобы он уничтожил всех, а мы спокойно прошли. Вы поняли фишку? А, ладно, ладно, хорошо. Пока у нас получается все идеально. 5 из 8. Опа, посмотри. Можно использовать кнопку. Великолепно. Давай, уничтожь всех. Супер. Так, кнопка у нас работает, в принципе. Всех врагов здесь не требуется уничтожать. Заряд близок, как нам говорят, остается еще 2 заряда взять. Так, ну здесь проблем никаких пока нету. Они не двигаются, это самое главное. Кто там всех перебьет? Отлично, последний заряд надо найти. Поэтому нам... О, нет. Сильный враг! Что? Стой! Маленький, ты куда? Ну, спасибо. Я не знаю, что он сделал. Но у нас есть уже 8 зарядов. Короче, с помощью этой штуковины... Внимание, обнаружено аномальное эфирное. Что? Когда не понимаешь, что происходит, ребят. Ладно. Вау, так и знал, что просто не будет. Переходим ко второму этапу, да? Ну, смотрите, мы неплохо так сработали-то. Заказ был довольно простой. Ну, заказ-то реально был простой. Это битва? Мы не взяли, кстати, кое-что. Надо будет вернуться. Что у тебя за граната? Это интересно. О, нифига себе! Его атакуют! Или это она? Или это женский голос был? Осталось волна, так, 4.
механический корпус атакован. Нам надо защитить его, но, по крайней мере, я не вижу здесь у него ХП в этой штуке. Ты, Грейс, отлично, ребят, дерется. Ты великолепно. Я забываю прикричаться. На тебе. Кто у нас? Так, а где еще? А, вижу. Застрял, бедняжка. Вторая волна атака фериалов, ребят. Они вообще, походу, на меня не обращают никакого внимания, когда я вижу. Что Грейс делает? Смотрите, это просто безумие. Куда пошел? До свидания. Идеально. Это что еще такое? А мне тоже достается, оказывается? Я не знал. А, так это мини-босс! Сейчас, погоди, последняя волна, кстати, осталась. Давайте эту штуку сначала добьем. Ай, слушай, ты мне тоже плохо. Стой. Нормально. Так, все, он один остался. Отлично, эфириалы вообще все уничтожены. И? Эсочка, ребят, эсочка. Стоят все галочки, значит, мы молодцы. Через некоторое время в безопасной зоне. Да, диалоги тут такие же большие, как и обычно. А, можно поставить на паузу. И продолжение какое-то у нас есть. Заказ выполнен, но надо вернуться в видеопрокат, ребят. Поехали. Большое тебе спасибо за помощь. Нам пишет симпозиум Эоса. Что? Я не понял. Ладно, хорошо. Я нашла групповую фотографию нашей исследовательской группы и поняла, что мы учились на одном курсе. Я посмотрел журнал исследований по своему дипломному проекту и обнаружила, что мы, в общем-то, в одной группе учились. По-моему, я уже это где-то читала. Хорошо. Это твоя вина, Грейс. Да, ребят, у них, видимо, какой-то конфликт произошел, но, в принципе, это ладно. Поговорить с Вайсом теперь. Нам Вайс что-то хочет сказать, что ли? Грейс особенная. Не, я согласен, она действительно особенная, ребят. Ну что, первая часть завершена. Прекрасно. Железная ведьма. Вторая часть. История агента Грейс. Давайте приступим к ней прямо сейчас. Ребят, без диалогов, как обычно. Пока что сюжетки у нас нету. Я думаю, самое интересное — это проходить, на самом деле, заказы, которые нам выдают. Но я еще раз напомню, что все диалоги, они сохраняются в игре, и всегда к ним можно просто перейти и почитать. Так, завершите калибровку команд. Ай, что? Этот деревянный ящик похож на танк. Белобок, как всегда. Ящик, сигнал, поехали. Что-то интересненькое будет, походу. Так, калибровка завершена, отлично. Короче, железные, деревянные ящики. Так, это что значит? Продолжайте калибровку, бочки зеленые. Не понял. Ящик красный. Бочка зеленая.
Ответный сигнал, написано ошибка, и стоит смущенный смайлик. Малыш определил неправильную последовательность. Прокси, не дай себя победить. Теперь попробуй снова прикоснуться к тестовым объектам в правильном порядке. Извините, ребят. Бочка зеленая, отлично. И чё, ящик красный, великолепно. Может быть, я что-то не понимаю, да? Ну, что надо сделать-то? Ладно, давайте еще раз почитаем. Походу, я действительно ошибся где-то. А может, мне надо несколько раз прикоснуться, типа? Да, вот, видите? Ладно, давайте. Там был красный. Смотрите, красный сначала, потом зеленый, потом красный, зеленый. Вот оно что. То есть, красный. Зеленый. Теперь два раза сюда. И зеленый сюда. Есть! Мы справились, ребят. Описание не читали? Ну, конечно. Продолжайте, переместите ящик. В каком плане? Деревянный ящик, прочный. Угу. Переместить, конечно, поехали. Это было непросто. Теперь бочку надо переместить. Передвинуть эту бочку еще сложнее. Ну, конечно, передвинуть. Опа, кто это у нас тут? Теперь мы можем поговорить с этой машиной. А, я думал, мы действительно будем с машиной говорить. Диалог будет. Ну ладно, я тебя понял. Отлично. Вернитесь в магазин и поговорите с Вайзом в сегодняшних событиях. Нам даже пока еще заказ никакой не дали, но... Вайз, ты как всегда рядом с компьютером. И великолепно. Далеко ходить не надо. Что? Вы что, серьезно? История агента завершена? Не может быть, без заказа. Я впервые такое вижу. Приступаем к третьей части. Железная ведьма, ребят. История агента Грейс. Ну что, поехали. Я сказал, поехали. Давайте посмотрим. Я удивлен, на самом деле, что предыдущая часть была настолько простой. Без заказа, самое интересное. Опа. Отправляйтесь туда, куда указала фея. Я просто мимо проходила, как обычно. А где Грейс-то? Я не понял, это же не она. Ладно, хорошо, что у нас дальше? В HDD. Это с Вайзом поговорить или у нас заказ появился? Вы пересказываете Вайзу о всем, что... О, надо же, поехали. Грейс, ты здесь? Меня здесь нет. А, так они с Бетти... Конфликт был у них с Бетти, и они с Бетти учились в одном, видимо, классе, да? Это Бетти, с той девочкой, с которой мы общались. А вот и, наконец-то, суд над ведьмой. Вау, звучит просто нечто как-то. Что-то, значит, не знаю, ребят. Но 35 уровень требуется. Состав, давайте возьмем такой. Да. Поехали. Узрите технические достижения Бетти. Я надеюсь, не будет никаких сражений. Ну, печально. Ладно, давайте ускорим процесс. Это место встречи, о котором говорила Бетти, да? Готовьтесь к бою, пошлите. А я никуда не могу, только если вперед. Так, а у нас в пачке Грейс есть. Что я переживаю? Поехали. Давай что-нибудь. Есть. Все, пошло дело. Еще. Так она бьет по всем, смотрите, неплохо.
Надо же, остался последний, кто меня действительно нанес мне урон. Так, отлично, поехали. Да, здесь чисто переходить на следующий уровень. Поехали. Так, ребят, стойте на месте. Ваши щиты меня немножко напрягают. Шо! Да, эти эффекты, конечно, великолепны. Редко такое бывает, но... Вот, на тебе. Изи. А, я не знаю. Да я их не прокачивал, я не знаю, почему они такие сильные-то. Конечно, это сюжетка. А, ладно, поехали дальше. Так, а мне только вперед идти. Охотник на ведьм Альфа. Так, сначала разберитесь с ними. И каким образом? Приказ получен. Надеюсь, он сам все сделает это. Отлично! Как он это делал? Это было быстро. Ну да, я так и понял. Давай дальше. Мы, кстати, еще ни одной не собрали. Надо сейчас внимательно смотреть. Возможно, они где-то... Что? Вот это удар. Я согласен с тобой. Так, а эти штуки ломаются? А ты не мог бы сломать мне? Я уверен, что там что-то должно быть внутри ценное. Ой, он ходит, ломается подряд. Ну, они, смотрите, они почти сломались. Я ничего не могу сделать. Я надеюсь, я не пропущу. У нас 0 из 3. А, может быть, кстати, в конце мы опять все получим. Цель зафиксирована, ожидая приказа. Ракетный комплекс готов. Бомбочка полетела, ребят, сейчас все взорвется. Я не управляю, оно само летает. Что я могу сделать? Ага. О, именно так. Именно так. Что происходит? О, я нашел! Не, он неуправляемый. А, погоди, наверняка здесь секретки есть. Я так и знал, смотрите. Да. И это не только здесь. Я уверен, что сейчас еще полазим, посмотрим. Сейчас, погоди. Да. О! Острая боль, симптом. Заражение, ребят. Но я думаю, это стоит того, нет? Пустую все. Ну, не всегда, конечно, мы получаем то, что хотим, да? Так, а там бомбочка, смотрите, она взорвется, если мы подойдем близко, да? Что делать-то? Так, это минус заражения, кстати. А вот с бомбами я не знаю, что. Мне больно! Побежали! Ладно, заберем, короче, нормально, мы еще живы, это прекрасно. Так, опять неуправляемая бомба. Сколько она, кстати... А, так она вообще управляемая бомба! Но оно само взорвалось, я ничего не мог сделать. А вот здесь, возможно, что-то ценное есть, нет? Нет. Опа, смотрите. Минус заражения, прекрасно. Да, ничего ценного больше нету. 3 из 3, кстати, есть, смотрите. Охотник на ведьм, Альфа. И мы что, с ним будем сражаться, да? Отлично, поехали. Где?
Нормально. Так, ладно, поехали, ешка есть. Почему ты не слушаешься? Не теряй голову, за ним! Внимание, обнаружена повышенная мощность. О, нет, мне досталось, да? Эти взрывчатки, они ему вообще ничего не причиняют, алло! Я хочу забрать сундук просто отсюда. Есть там что-нибудь ценное какое-нибудь? Ой, приготовить восстановление. У меня хп-то вообще, смотрите, на минимуме, да? Конечно, хп восстановить. Отлично, и теперь в бой, поехали. Кстати, видите, на самом деле, если там не полазить, то и хп не восстановить. Да, заставка должна быть какая-нибудь, ребят, 100%. И молодец, отлично. Промахнулись. Что они творят, а? А вот и он. Кто не слушался, да? К нему нельзя подойти даже. Ладно, давайте, ульта пошла. Да, я так и знал. Тихо! Ты опасен, я смотрю. Мы добьем тебя, да? Так, шок, шок, шок. Ребят, нужен шок. Ешка есть, кто-нибудь нет? Ну что, опасный тип на самом деле. Хорошо, что мы хп-то восстановили. Так, у него шок есть. А ему все равно. Офигеть. Ну все, ладно, он на самом деле не такой сложный был. Ты. Ее главная система управления повреждена. Бетти, давай мне пульт управления. Что? Вот, держи. Понизит приоритет автономных приказов. Разрешение на G44. Захват радара, управление стрельбой, распределение энергии ручное. Перезапустите энергонасос. Слишком медленно. Логическое ядро вышло из-под контроля, мы не успеем. Кнопка перезагрузки находится посередине. Стой! Ты хочешь попробовать перезагрузить вручную? У тебя с головой все в порядке? Изолируй и отключи оружие. Момент. Да!
Нифига себе. Она смогла, отлично, ладно, я думал, да не, на самом деле, в этой игре такого не может быть. Ну, умница ты мой. С возвращением. Отлично, превосходно, супер, вот тогда я понимаю завершение, прекрасно. Так, заказ выполнен у нас, великолепно. 3 звезды, ребят, 3 звезды. Но, в принципе, такие мини-сюжетные задания, они простые. Так, а что нам, кстати, за это дадут-то хотя бы? Что-нибудь полезное? Вернитесь и поговорите с Вайзом. Ну, в принципе, как обычно. Я знаю, что я молодец. Так, ну что, на этом, как я понимаю, история агента полностью завершена. Ну и по традиции я хочу показать, что на самом деле все диалоги, которые здесь у нас есть, можно еще раз пересмотреть самому. Поэтому пока что мы пропускаем, сюжетки только будем читать. На этом все, ребята, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца, обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока!